Доброго здоровья, мальчики, девочки. Ну что, поехали? Так, дорогой, больше ты мне не нужен. Ты переходишь на новый уровень развития. Ты где? Раз. Два. Три. Четыре. Дальше что там? Так, пять и шесть. О, автонейтронный компрессор. Так, куда тебя воткнуть? Ну, давай пока сюда. И давай смотреть, что ты за штука пилибука. Так, а у тебя что? Нету крафтов? Нельзя зайти. Сейчас разберемся. Оказывается, вот он как работает. В терминале шаблонов у нас появляется сразу возможность изготовить сингулярности. Ну, например, железная. Что тебе нужно? Ядрить 446 тысяч железных стиков. Ну, бывает. Золотая, лазуритовая, редстоуновская. Всего лишь 14 тысяч блоков красного камня. Но все равно удобнее. Чем здесь создавать, я лучше буду создавать и закидывать вам ешку, он оттуда уже будет все забирать, куда положено. Так, все. Уйди, уйди, уйди. Удобно? Несомненно. Так. Большой терминал создания. Есть. И нам осталось большой терминал шаблонов. Есть. Так. Проводочек. Проводочки. Проводочки, мать вашу. Вот они. А, блин. Жизнь. И сюда. Это лучше с этой стороны делать. Так. Раз. И. Так. Изыди, сатана. Ты будешь стоять здесь, а ты с водичкой будешь стоять здесь. Оба. Так, это есть. Давай сдадим. Ты где? Полезные полезности. Обнаруживаем. Забираем. Так, шаблон, всем шаблонам шаблон. Как ты делаешь? Охренеть. Ну и фиг с тобой, золотая рыбка. А что у нас дальше? Большая автоматизация. Ладно, сейчас вот это сделаем. А для этого надо сделать еще один супер-мега-огромный верстак. Сейчас сделаем. Так, забираем. Большой молекулярный сборщик. Так, забрали. У меня тут нету нигде. Нету нигде. Сейчас сделаем. Интерфейсик. Лобысь. Брысь. Брысь. Так. Я. Бунть. Бунь. Так, это так, да? Ну, пойдемте посмотрим. Большой молекулярный сборщик. Замечательно. Теперь сейчас мы здесь выложим. Ага, выложим. Сейчас ты выложишь, конечно. Так, супер-мега-огромный верстак. Это не то. Вот это мы сдаем.
Это мы забираем, и нам нужна вот эта штука. Так, да не вопрос, соберем. Так, ну что, большой пустой шаблон. И раз, и два. Готово. Так. Теперь мы его ставим сюда. И я хочу сделать вот эту штуку пилибуку. Силовой корпус механизма. Ух ты, блин. Так. Делай раз. Делай два. Это вставляется сюда. Я. А почему ты не хочешь вставляться? Ладно, сейчас разберемся. Так, делаем еще один большой шаблон. Потому что я тот испортил, а этот надо сдать. Чтобы забрать обычные. И откроется большая автоматизация. Улучшенный ME интерфейс. Офигеть, какая сложность. Иди сюда. Так, сперва это. Потом. Ага, потом. Потом суп с котом. Так. Чё вон? Чё вон? И улучшенный. Чпуньк. Чпуньк, чпуньк. Забираешь? Не забираешь. Замечательно. Так, с этим разобрались. Что я хочу еще отсюда сделать? Это вот этот вот автоматический квет. Чтоб он сам все делал. Вот этим мы сейчас и займемся. Так, выставляем последние штучки. Так, это сверху вниз. А это вот так. Автоматический квед. Давайте смотреть, что ты такое. Угу. Непонятно. Будем разбираться. Так, что дальше? Это мы сделали. Это мы сделали. Что тут есть еще из интересного? А больше ничего. Так. Энергетическая мощь. Так, знаете, что я хочу сделать? Термоядерный реактор. Очень термоядерный и очень реактор. Хочу посмотреть, что это такое и с чем это едят. Как сделаю, закончу готовить все материалы, так вернусь. Так, термоядерный реактор первого уровня. Чтоб ты был здоров. Забираем. Так, иди нафиг. И давайте посмотрим, что ты такое. Так, подальше вдруг. А нет, не такой уж большой. Так. Ага, ага. Так, в качестве топлива у этого товарища служит актиниум. У меня его немножко есть. Вот он. Давайте посмотрим, как ты делаешься. Так, дробитель, пыль и вот оно топливо. Угу. Но перед этим я хочу сделать вот что. Я забыл один вещь соорудить. Это мы снимаем.
Это мы идем сюда. Где мой металлообработчик? Вот он. Мы его сдаем. Он у нас остается. И мы забираем солнечную панельку почти на 2 ляма. И катализатор бесконечности. Лобысь. И все. И ставим его на место. Сейчас он будет еще 100 лет заряжаться, ну и хрен с ним. Вот так, вот так, вот так. Дальше. Усиленный дробитель. Мы, наверное, с вами сейчас... Где это? Электропечка, дробитель, ультрадробитель. Мы, наверное, с вами сейчас вот такую вот штучку сделаем. Он нам будет в 2 раза больше выдавать. И здесь получится не 66 пыльки, а 132. И мы получим еще одну такую панельку и еще один такой катализатор. Так, ой, не сюда. Сюда. Иди сюда. Нам для этого что понадобится? Сделать одну такую. Все есть. Тут, как это ни странно, все есть. Пошел. Дальше, что нам еще надо? Нет, это мы не будем делать. Так, так, так. Мы будем делать вот это. Для силового корпуса не хватает силовой корпус. Замечательно. Сдохло. Ладно. Так, стоп, не ладно. У нас тут где-то лежит, где-то тут лежит вот это. Одно улучшение. Оп. И все, поехало дальше. Так, еще раз смотрим. Что за... Да что за fucking shit? Извините за мой французский. Охренеть. Он... То потухнет, то погаснет. Но так же нечестно. Правильно? Ладно. Сейчас мы вот так сделаем. Иди сюда. Иди сюда. Работаешь? Пока работаешь, а потом разберемся с тобой. Так, силовой корпус. Все есть. Все есть. Вперед, Франция. Так, это у нас... Ага. Ладно, сейчас закончится, мы подойдем. Так, остался последний элемент. И это... Где? Вот он, усиленный дробитель. Мы получаем ультрадробитель. Пошел вон. И идем сюда. Обнаруживаем и забираем еще одну суперпанельку с катализатором. В хозяйстве все сгодится. Так, только мы теперь... Это что? Это панельки. Заряжать его будем не там, чтобы система не рушилась. Сейчас мы его панельками, как матом, обложим. И заряжайся. Миллиардик так. Хоп-хоп-хоп-хоп. Давай. Вот. Миллиард влился. Ну, вы тоже пока заряжайте. А я пока эту штучку поставлю на место. Так, хоп. И давайте... Ну да, конечно, блин. Он же не сохраняет энергию, я же забыл.
Ёкарный бабай. Тогда вот так. Пуньк-чпуньк. Все равно быстрее. Так, давайте его настроим. Настроим четвертый выход на юг. Сейчас он зарядится. Ой. Прысь. О, уже зарядился. Поэтому отдай. Отдай. И давайте проверим. 32. Мы должны получить 2 така. Вот и все. Замечательно. Так, что у нас? Как мы тут дальше-то работаем? Нам нужно пластинки, нам нужна толстая защитная пластинка. Ну, толстую защитную пластинку, ой, не сюда, мы можем делать. Главное ее найти. Давайте штучки 2 сразу. Оп. Есть, есть. Это вот так. Давайте. Так, еще раз смотрим. Это мой склероз. Вечный. Так. 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 И где-то тут у нас были вот эти вот фигнюшки. Опа. Так, ты не сюда, ты сюда. Раз топливо. 2 топлива. Ну, давайте смотреть. Так, каждый топливный элемент, если мне тут, опять же, 1 миллиард, да? Если я долго, честно говоря, считал тут нулики, и получилось 50 квинтиллионов. А чем нагревать? Сейчас разберемся. Ну что, разобрался. Короче, нужно в качестве нагревателя использовать вот такие дейтериево-тритиевые топливные элементы. Давайте посмотрим, насколько он зарядит. Один такой элемент. Чтобы он начал работать, нужно 28 тысяч. Он с таким трудом набирает... И с дикой скоростью уменьшается его прочность. Крафтится такая гадость. Пустая. Делается из дейтериевых компонентов и тритиевых компонентов. Дейтериевый компонент — это топливный стержень урановый. Плюс куча всякой фигни, куда входит, ну, соответственно, очень много свинца. Огромное количество. Кусочком урана. Тритиевый же крафтится из топливного стержня МОХ. А это ядерное топливо МОХ. А это плутоний. А плутоний делается уже из отработанного топлива. Вот. Конечно, можно прикупить элементы, как я сделал. Потом воткнуть все в репликатор, отсканировать и получить. То можно делать это все топливные стержни. Вот топливный стержень урановый, кусочек урана, топливный стержень мох. Все можно делать в репликаторе. Это да, я согласен. Но термоядерный реактор первого уровня. Чтобы получить 1 миллиард одного топливного элемента, нужно затратить огромное количество ресурсов. 1 миллиард. Теперь давайте вот сюда вот подойдем. Солнечная панелька. Даже если без улучшения. Она вырабатывает днем 65, ночью 32. И содержит в себе миллиард с четвертью. Из расходных материалов. Да нет у него расходных материалов. Абсолютно. Плюс в качестве награды за квесты получили вот такие вот уже два. Две солнечные панели, каждая из которых ночью вырабатывает почти 2 ляма. Днем
Почти 4 гиг. А еще тут. Так, иди сюда, назад. Раз, два, три, четыре. Еще 4 потенциально можно сделать. Так, здесь нельзя. Компрессор. Еще 3. Таких солнечных элементов можно, таких солнечных панельки можно получить. Поэтому знаете, что я сделаю? Я сделаю вот так. Уберу это сюда, куда-нибудь вот так вот, подальше. Чтоб мои глаза ее не видели. Пыль актиниума я потом, возможно, куда-нибудь скину кому-нибудь, кто занимается извращениями. Это сюда. И скажу, ну их нафиг. Пусть идут к маме мальчика Бенни. Потому что здесь в качестве генерации есть огромное количество других в этом моде более интересных вещей, которые не требуют огромного количества затрат. Так что вот так. Так, ну что, давайте проверим эту фигнюшку. Где у нас что-то, что можно проверить? На никеле не проверишь, на алюминии тоже, на алмазах тоже. Ох, олово. Олово. Давайте на олове проверим. По идее, с обычного дробителя, даже с улучшенного дробителя, усиленного, мы получали 2 стака. А тут 4. Весело? Весело. 8. А если я сейчас еще усиленную электропечь превращу в ультраэлектропечь, то мы здесь будем иметь не 8 стаков, а 16. То есть с одной пачки руды. С одной пачки руды. Где олово? Вот. С одной пачки мы получим 4. 8 стаков. Нормально? Нормально. Сейчас мы этим и займемся. Ну и напоследок хочу вам кое-что показать и рассказать еще интересное. Решил я перенести всю вот эту вот машинерию, которая делает сжатые пластинки для галактики, на автокрафт. И начались некоторые проблемы. Сейчас расскажу. Вот, кажется, стандартный простой вариант подключения механизма к МЕ-сети. МЕ-интерфейс. Там механизм, в котором все это будет делаться. В этом МЕ-интерфейсе закодированы шаблоны сжатую медь. Давайте мы ее сперва запустим и посмотрим, что из этого получится. Ну вот, берем десяток и запуливаем. И видим, что распределение слитков получается неравномерное. Последний слиток идет не туда, куда нужно, а идет в первый слот. И когда заканчивается производство, в механизме остаются 2 лишних слитка. И данный механизм заканчивает свою работу и становится заблокированным для любого другого производства, кроме как медных сжатых пластин. С одной стороны, это не страшно. Потому что если сюда запихивать медь, она будет продолжать работать. Но в первом слоте, ну не важно. Видите, все. Здесь осталось 2 пластинки, 2 слитка, и все, он не работает. Но если продолжать сюда засовывать медь для производства сжатых пластин, в один прекрасный момент он просто переполнится. Вот. И МЕшка не сможет сюда больше вставлять и опять же заблокируется. Вроде бы непонятно, да? Вот, полетав по миру, по своим делам, я увидел вот такую вот конструкцию, где МЕ-интерфейс
к механизму подключается через воронку. В этой МЕшке у нас олово. И давайте посмотрим, что здесь получается. Так, где пластинка оловянная? Берем те же 10 штучек и вперед. И смотрим. Воронка распределяет все слитки абсолютно правильно. Почему так происходит, а фиг его знает. Но работает. Поэтому, если вы будете работать с электрическими компрессорами, пытаться их подключить к МЕ-сети, вот такая вот стандартная схема работать не будет. Подключайте через воронку. Ну и в данном случае сам шаблон уже можно прямо сюда ставить, а в интерфейсе шаблонов, в терминале шаблонов, это все прекрасно видно. Дальше. Забирать все полностью готовое производство необходимо снизу. Ни с одной другой стороны вы забрать это не сможете. Только снизу. Можно обычными предметными трубами и отправлять это в МЕ-интерфейс. Ну а тот уже разберется, что куда идет. Как видите, здесь вот такая вот схема работает правильно. Поэтому вот именно на такой схеме я и буду все строить. Расположу где-то в том углу и через беспроводные соединители уже буду передавать в МЕшку готовый результат. Потому что стоять постоянно вручную, все вот это вот делать, как-то не очень хочется. Автоматизация должна быть автоматизированной. Ну, вот в принципе и все, что сегодня хотел вам показать, рассказать. В следующей серии я вот эту вот всю машинерию поставлю. А, да. Поставил я сюда мусорку. И на входе, стоит фильтр расширенный, что сюда в эту мусорку запихивать. Поэтому, когда тут что-то появляется из того, что есть в этом списке, она автоматически удаляется. Осталось только поставить машинки, чтобы они автоматом это все переделывали и отправляли опять же в МЕшку, чтобы вот здесь вот в сундуках не творился вот такой вот бордельер. Потому что приходится вот брать литок, точнее пачку, брать песочек, это что касается магния, потому что он переделывается в индукционный плавильный 1:2. Можно, конечно, прямо в печку кидать, но тогда 1:1 будет. Ну а здесь 1:2. Уже выгоднее. Так что и здесь есть еще небольшая работа, которая тоже, надеюсь, в следующей серии уже тоже будет стоять. Ну а на этом я с вами попрощаюсь. Вот, работа еще предстоит навалом. Всего хорошего вам. До следующих встреч.